Ну, а пока стоит нихуя не. Ну, блин. Не спиздил. А 25 пуль, это, конечно, жесть. Как же тяжело в начале. Естественно. Да, блядь, ну не хватает, ты прикинь. Так, вот этих надо обзапасить и пойти. Да мне кинуть нечего. Так, что мы берем? Wow, great. It's an excellent choice. That's gonna help keep your blood on the inside. Мне надо это. Ты чё, дура? Ты чё, побежал от меня? ХП вообще нихуя там нет. Ну ХП вообще нет. Да ты умрешь, нет, дура. А главное, чтоб крипы это не ебнули. Так, что-то надо на урон, да? Так, ну я свою линию сделал.
Так, стол к восстановлению здоровья. Так, а есть что-то? К урону его. Почему это, кстати, не это? Где тут наши? Ну а у него один кубик остался, ты прикинь. А мне просто не хватило это, ну, в магазине патронов. Блять. Урона прочности щита. Скорости пуль. Урона от пуль прочности щита. Прочности щита. Блять, надо пиздец. Блять, тупо просто не хватило это. Вот, я его убивал, но мне не хватило просто патронов. Это пиздец какой-то. Не, ну вот это 25 пуль, это пиздец. Мне где взять эти пули? Мне где пули-то взять? Ну была бы у меня ульта, я бы его убил. Вот только сейчас ульта у меня появилась. Да ладно, как не попал? Вот он. Не, надо что-то покупать. Надо качаться идти. Урона вообще не хватает. Есть что-то на урон и чтобы у меня патронов было много. Боезапасу, сопротивление пуль, урон от пуль, времени перезарядки. К боезапасу, к прочности щита, к урону, урону, урону. Блять, и чё брать? А, у меня нету, прикинь. Придется что-то зеленое брать. К спиритической мощи. Кража здоровья пулями. Ну давай. Ну давай. Бля, ну я очень слабый. Все сияет, все мерцает. Блин, у меня так не хватает мне патронов. Это пиздец просто. В смысле, я его уцепил? Нет? В смысле, блядь? Да в смысле, блядь, я в него нож кинул?
А чё, не играет? Я в него нож кину. Почему он не заснул? Что за хуйня? А почему он не заснул? Боезапасом. Чувство зарядов. Дальность радиуса. Блин, я хуй знает. Я, короче, хуй знает. Я в него нож кинул. Причем в мою ульту, я говорю, я не понимаю, блядь, что с персонажами. В мою ульту похуй всем. Куда ты стреляешь? Патронов это пи***ц. Можно где-то взять патронов? Причем я там посмотрел, вообще нету, патронов нету. Ну, нечем. Как патроны? Где патроны взять? Ну это вот, представляешь, каждый раз передержаться. Самое пипец, что у нее нечего кинуть. Это гранатки или еще что-то. Вот этот уродец. Он идет говно. Пиздец какой-то, блядь. Он опять мою ульту съел, блядь. Это пиздец, я хуйня. Мысли. Так, ну надо что-то урон какой-то надо, это пиздец. Чё мне надо вообще? Что я могу купить? Что я в принципе могу купить на урон? Мне надо тут чё? Скорострельности к урону. Ну вот это, да, наверное, надо. Пойдем купим. А, тут все уже. Тут все сожрано. Они меня заставляют вторую эту. Заколебало. Пойдем купим. I got more where that came from. Восстановление здоровья. You know where to find. Our purple warrior has been defeated. А вон там пиздец-то. The spirit urn is waiting. Вот там двое.
Хорош. Так, идем дальше качаться. This could be an ambush. Не, я не буду брать. Вот бабку надо. Бабку надо. Гандон. Причем он не в меня, сука, целился, походу. Целился, походу, он вот в этого. А теперь он в меня целился, попал в этого. Где он? Да, идите его нахуй. Затыкал с кулака нахуй. Да-да-да, постреляйте. Бачко себе. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. О, а тут нифига у нас линия, слышишь? Какой-то просирают. Крипы-то просирают. Так, а что мне надо еще купить? Сток здоровья, сопротивление пулям. Вот, усиливает. Вот это надо. Надо ульту усилить. Надо усилить ульту. Так, а это что, сопротивление спиритизму? Кстати, тоже да. Сопротивление спиритизму, это тоже важно. Так. Че, куда идем? Мы с пятачком. Сюда. Слушайте, а вот это что здесь такое? Ну-ка. Угу. А. Вот это там качается. Он качается или пиздит? Я думал, там может он пиздится с кем. Тут все съели.
И алё. В смысле далеко? Ой, блядь, я забыл. Да ты ебешь нахуй. Да ну хорош, блядь, вы заебали. Ну ты посмотри, блядь. И опять мой чувак съебался, который рядом со мной был. Не, ну это я не знаю, это какой-то... Опять чувак, который был рядом со мной, вот, с которым вместе мы были. Вот, и он сдох, собственно говоря. Он просто взялся. А мы были вдвоем. А пизды получил я опять один от двоих. К выносливости, к восстановлению выносливости, к дальним прыжкам, к скорострельности, к спиритической мощи. О, вот это, кстати... Бля, ну это надо, короче, купить. Вот сюда будет. Уменьшает сопротивляемость керов. Бля, ну у меня там с этим проблема. Что-то спиритическое надо. Во, давай уменьшает перезаряд. Быстрее будет ульта. Куда ты полетел? Мама. Оно ж урон, кстати, дает, интересно. Ну, она хоть бегать стала нормально. Let's go to Broadway. Let's go to green. Так, у меня 44 пульки. О, что? Я до него ульто не достал. Охуенно. А, кстати, я забываю, тут можно же на невидимость выходить. А она в невидимости чуть-чуть, у нее есть какой-то баф? От невидимости. Ну это что-то спиритическое, да, купить? Что-то спиритическое надо купить. А, вот разблокировано, кстати, это. Подожди, у меня разблокировано. Я могу купить. В смысле не попал, блядь? Где он? Impressive. А как я этим ножом промахиваюсь? Пипец. I'm under attack. Ой, у нас на базе, ебаный рот. У нас на базе. У нас на базе.
They only have one fight left. I'm under attack. Да, боты, съебитесь. And you thought you could impose your will on me. Все, отбили. Так, отлично. Enemies have breached our stronghold. Так, теперь мы что, берем вот, что там я должен был взять? Урон от пульки, единиц здоровья. Нет, я что-то должен, кража здоровья спиритизмом. Вот. Давай, что-то жестко. Что-то жестко. Так, вроде я и посильнее чуть-чуть даже стал. Так, там наша. А, у меня, кстати, пуль нормально. По привычке. Так, что нам надо? Тихо. Вот это у нас. Дядь, стой, подожди. Где ты? Почему ты в меня, сука, кидаешься? Блядь, опять у меня ульта слетела. Я на пятерых опять вышел. Да как я это делаю-то? Ну, чел воюет с одним, блядь, подхожу пять. А что ж ты будешь делать? Чел один в один. Выхожу помогать ему, на нахуй пять денег выскочило. Жесть, они как будто, блядь, в засаде постоянно, что ли, стоят. Да, ну игра, в принципе, ровно идет. У нас плюс-минус такие, это, одинаковые. Этот Виндикт приговорил. Мне главное не попадаться один в пять. Так я вроде их нормально пизжу. Главное один в пять. Но этот, смотри, показывает, что один, а он наверняка там, сука, не один. Да? Так, ну-ка, ебайся. Show no fear. Death comes for you. Что-то один тут кулачком махать умеешь. Мы тоже, блядь, могём. Так, а чё, куда, где все? Ты в кого стреляешь? Я сейчас зеленый дефу подойду. Вы чё, ебашьте этого? Мне кажется, зря. Ну и рано. Мне кажется, рано.
Если что, у меня ульта есть. Ну ёпты, никак не смогли. Еле ударили. О, а что такое? Почему меня выкинуло? Так, 2500. Можем мы что-то купить? Стрелковый момент, наверное, пулем берется с определением быстрый стрелок. Нам, короче, надо рикошет. Все, копим 6500. Кейс 200. Нас спасет рикошет. Все остальное говно. Нас спасет только рикошет. Да, надо фиолетово. Соглашусь с мужчиной. Соглашусь с мужчиной. Вот тут еще зайду. Господи, я лечу, не офигеть. Мышки не хватает. Вернее, ковра не хватает. А, тут все съели, слышишь? Тут все съели. Так, 6200 надо. Где бы нам взять? О, я вижу, там сзади наших пиздят. Сейчас опять хуяк. Ты чё, дядь, уснул? А, голова-то, вы поняли, блядь. Я стрелял в голову, а надо, блядь, вот сюда стрелять. А стрелять-то надо, блядь, немножечко это. Вы поняли, как стрелять надо? Я в голову стреляю, надо чуть прям вот вообще в край макушки надо стрелять. Я где он? Я не его пиздец. Алло, дети. Так, 7200 у меня есть. Рикошет. Да. А стрелковый недуг это что? Может там что-то другое есть? К длительности умения. О, а почему его нет? К длительности умения это ништяк. Что, пульта подольше была? Это же самый сок. Ой, я нож случайно кинул. Да ну нахуй. Ну в смысле, блядь? Как он не сдох? Вопрос. А, он сдох, подожди. Что это он не сдох-то, когда он сдох?
Че-то он не сдох, когда сдох. Ты охуел, блядь! Нихуя он один в три ебашит. Нихуя он пиздит, блядь, слышь? Охуеть. Он нас... Он двоих убил и меня чуть не убил. Ты кто, блядь? Надо что-то купить на ХП, блядь. Или на защиту. Чё купим? Я не знаю, что там есть. В сборке тут вот это есть. Сопротивление спринтинга к физической мощи. А, я не могу это ничего купить. Мне нужен что-то вот отсюда. К спиритической мощи. Ну, вот это мы можем. Больше мы ничего не можем. Пойдем поможем. Где? Вот он съебался. Но он в метро ушел, походу. Он в метро ушел. Нет, я думал, там кто-то есть. Да, наши там уже на базе, слышу, у них. Ну-ка, пойдем. Почему мы, блядь, одни здесь? А все там. Пойдем. Куда мы-то съебались? А, мои там, блять, а все что за хуйня? Почему вы не помогаете? Ну, там добить чуть-чуть. Хорош.
Хорош! Бля, нормальный вейпар. Заебись. Ты чё вы все съёбываетесь? Почему? Где? Как его, блядь, на себя агрю, долбоеба. Бля, там на желтый этот конь, ну ладно. Кто там, блядь? Где она нахуй, не вижу? Да, нормально он там бзнул. I'm under attack. Bedtime for you. Я съебался. У меня 10 тысяч. А, у меня 10 тысяч, а чё толку-то? Я купить ничего не могу. Я купить-то ничего не могу. Можно только вот это вместо вот этого, да, наверное? А это... спиритизм... А, к сопротивлению. А, во, можно купить. Отлично. Чё, мы куда идем? Там они налево. Вот здесь они. Пару. О, ж, блядь. Хуя себе ванклипнул, блядь. Где он? Зачем ты это бьешь? Ты что, дурак? Что ты делаешь, блядь? Где? Блядь. Этот опять ульту свою рубил там. А, он здесь внутри. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, добивай. Там хуйня осталась. Хорош, красава. Не попал. Хорош. Все, идем это пиздить.
базу. Go базу пиздить. Good night. Как тебе моя ультушка? Что они все съебутся? Смотри, ход конем. Смотри. Да все, мать, поздно уже, блять. Ход конем. Пока.